В соборе святых Михаила и Гудулы в Брюсселе в пятницу простились с Фабиолой, де Мора и Арагон. Вдовствующая королева скончалась 5 декабря на 87-м году жизни. Под музыку любимого композитора Фабиолы, Иоганна Себастьяна Баха, белый гроб, покрытый национальным флагом, внесли по ступеням готического собора. Около 4000 подданных Бельгийского королевства пришли отдать дань уважения покойной. Она была очень хорошей королевой, прекрасной женой и доброй женщиной. Просто фантастической женщиной, я считаю. Мне она очень нравилась. Проводить в последний путь королеву приехали монархи из Испании, Норвегии, Швеции, Дании и Лихтенштейна, а также японская императрица Митико и принцесса Таиланда. Фабиолу похоронили рядом с супругом в королевской усыпальнице собора Нотр-Дам-де-Лакен. Уроженка Испании Фабиола была женой бельгийского короля Бодуэна, скончавшегося в 1993 году. Нынешнему монарху Филиппу она приходилась тетей.